Подняли слой асфальта, раскопали котлован, чтобы найти газовую трубу и произвели сварочно-монтажные работы. Теперь газа в этом красивом доме не будет. А все потому, что абонент не заключил договор на обслуживание газопотребляющего оборудования. Мы обязаны как поставщик газа соблюсти юридический момент и направить два уведомления абоненту. Первое уведомление направляется со сроком 20 дней. Ожидаем реакцию. Если реакция через 20 дней не поступила, направляем повторное уведомление на сроком со 40 дней. И, ну, грубо говоря, на 61 день мы еще раз пытаемся связаться с абонентом, либо по телефону, либо выехав в адрес. И если реакция от абонента не поступает, то проводим также мероприятие по ограничению потребления газа. Этого абонента оповещали с мая месяца. На связь не выходил, договор так и не заключил. Попасть на участок сотрудникам газовой службы не удалось. Общение с соседями оказалось безрезультатным. Теперь для восстановления газа владельцу придется потратить не только время, но и собственные средства. Если абонент не допускает на территорию, и мы производим такие мероприятия с применением сварочно-монтажных работ, все последующие затраты при повторной газификации данного домовладения, как то раскопка котлована, проведение данных работ по обрезке газопровода ввода, а также повторные сварочно-монтажные работы и земляные работы, все это ложится затратной частью на абонента, как лица, допустившего данное нарушение. Если потребители пускают на свою территорию, но договор заключать отказываются, сотрудники устанавливают заглушку. Эти новые владельцы частного дома подписали договор на месте. Отключению подлежит лишь одна из газовых плит, установленная с нарушениями. Собственником был заблокирован вентиляционный канал, а данное нарушение в рамках 410-го постановления и по правилам пользования безопасности газом быту, оно является нарушением, несопоставимым с дальнейшей эксплуатацией данного оборудования. Процедура инвентаризации ранее зафиксированных объектов запущена с мая 2021 года. Сотрудники проверяют безопасность газового оборудования, проводят инструктаж с потребителями и рекомендуют соблюдать необходимые правила, чтобы не доводить ситуацию до критической точки. В избежании подобных ситуаций филиал «Мособлгаз Запад» рекомендует всем абонентам, потребителям газа, своевременно оплачивать потребленный газ и, выполняя постановление правительства номер 410, заключать договора на техническое обслуживание. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».